Здравствуйте, уважаемые посетители и подписчики сайта inetcom.ru. В этом видеоуроке я расскажу вам, что такое DirectX и как его обновить. DirectX – это современная технология, которая позволяет запускать на наших компьютерах и ноутбуках современные игры и другие приложения, которые очень требовательны к ресурсам компьютера. Обычно Microsoft DirectX уже установлен на каждом компьютере, и нужно лишь время от времени обновлять его. Сейчас мы этим и займемся. Скачивать DirectX мы, конечно же, будем с официального сайта Microsoft. На сайте нужно выбрать язык, русский, и нажать кнопочку «Скачать». Кстати, ссылочку на скачивание вы видите на своих экранах. Также я приложу ее в описании под этим видео. Выбираем русский язык и нажимаем кнопку «Скачать». Здесь снимаем лишние галочки, чтобы ничего дополнительно не скачалось, и жмем «Отказаться» и «Продолжить». Жмем «Сохранить». Сейчас у нас скачался веб-установщик DirectX. Запускаем этот файл, и он на официальном сайте проверит, есть ли обновление. Принимаем условия соглашения, жмем «Далее», убираем вот эту галку, чтобы никакие дополнения устанавливались, и жмем «Далее». Сейчас веб-установщик DirectX проверил, есть ли новая версия этой программы. Оказывается, что более новая или эквивалентная версия DirectX уже установлена. Выполнять установку не требуется. Конечно же, в вашем случае, возможно, потребуется обновление. И тогда нужные файлы скачаются и установятся. Чтобы обновить DirectX, конечно же, нужно активное соединение с интернетом, иначе установочные файлы просто не смогут загрузиться. Но если на компьютере, где нужно обновить DirectX, не работает интернет, то нужно заранее скачать все необходимые файлы. Данную версию DirectX можно загрузить также с сайта Microsoft, только уже с англоязычной версии. Ссылочку вы видите на своих экранах, я также ее предложу под этим видео. Загрузить DirectX нужно вот по этой ссылке «Download». Кстати, узнать, какая версия DirectX установлена на вашем компьютере, очень просто. Для этого достаточно зайти в «Пуск», открыть программу «Выполнить» и прописать команду «dxdeag». В общем, вы ее видите на своих экранах, я также ее приложу под этим видео, чтобы вам проще было ее прописать. Оставляем ее, нажимаем «Ок». Буквально через несколько секунд появляется вот такое окно, где в самом низу почти мы видим версия DirectX 11. Что ж, надеюсь, вы разобрались со скачиванием и установкой обновлений DirectX. На этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока!